Köszöntöm Önt a Magyar Turisztikai Ügynökség nevében. Engedje meg, hogy a következő percekben munkatársaim közreműködésével egy virtuális utazásra hívjam Önt, mely során Magyarország ezer csodája közül mutatunk be néhány ismert és kevésbé ismert rejtett kincset. Bízom benne, ajánlásaink segítik munkáját, és új gondolatokkal inspirálódva érdekes, vonzó terméket tud majd összeállítani. Tartson velünk, ismerje meg országunkat! Приветствуем вас в сердце Европы. Я предлагаю вам отправиться в виртуальное путешествие вместе с моими коллегами в Хевис, европейскую столицу здоровья и благополучия. В 2020 году город вышел в число 15 лучших туристических направлений Европы. Я верю, что благодаря этому визуальному путешествию мы сможем поближе познакомить вас со всеми уникальными возможностями, которые таит в себе этот курортный рай. Помимо водных процедур, Хевис предлагает своим гостям многочисленные достопримечательности. Все, будь то семьи с маленькими детьми или активные люди старшего поколения, желающие укрепить свое здоровье, найдут здесь себе программы по душе. Город Хевис обрел всемирную славу благодаря биологически активному лечебному озеру, самому большому в Европе и уникальному в своем роде. Это поистине райское место расположено всего в нескольких километрах от западного побережья озера Балатон и города Кестхей, в легко доступном уголке в Венгрии. Ближайший аэропорт Шарм-эль-Шейх принимает чартерные и регулярные рейсы из многих европейских стран. Время езды из Будапешта всего 2 часа, а из аэропорта Вены – 3. Некоторые туристические компании предлагают своим гостям трансфер от и до аэропорта. Городок с населением 5000 человек ведет свою историю со времен Римской империи, но настоящим курортом он стал только в 1772 году, когда граф Дёрд Фештатич построил на озере купальню. Озеро Хевис занимает площадь более 4 гектаров и представляет собой уникальный природный объект. Мощные подземные источники ежедневно выбрасывают в озеро тысячи литров целебной термальной воды. В результате дважды в неделю происходит ее полное обновление. Волная гладь озера покрыта розовыми, пурпурными и белыми кувшинками, а плотный туман, поднимающийся над озером в холодную погоду, создает вокруг сказочную атмосферу. Купаться в озере можно круглый год. Температура воды летом от 33 до 35 градусов, а зимой она не опускается ниже 24 градусов. Питающее озеро минеральные источники находятся в пещере на глубине 38 метров. Их воды насыщены углекислым газом, содержат кальций, магний, радон и серу. Целебными свойствами обладает также оседающая на дно озера грязь, обогащенная микроэлементами. Чрезвычайно полезная вода Хевиза имеет множество применений от базовой профилактики и спа до оздоровления, релаксации, посттравматической и послеоперационной реабилитации. Курорт пользуется огромной популярностью. После Будапешта Хевис – второй по посещаемости город Венгрии. Общее количество ночей, проведенных гостями в его отелях, доходит до миллиона в год. Комплекс оздоровительных процедур курорта основан на целебной воде озера, богатой минеральными веществами. Она чрезвычайно эффективна при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Основные составляющие лечебных программ, подобранных индивидуально для каждого гостя, купание в термальной воде озера, грязевые аппликации и обертывания, грязевые ванны и подводное вытягивание позвоночника. Дополнительно в оздоровительные программы могут включаться прием минеральной воды из бювета, массажи, групповая или индивидуальная лечебная гимнастика, физиотерапия и гидротерапия.
Продолжительность лечебно-оздоровительных программ от 10 до 21 дня. Как правило, они включают 10, 25 или 35 процедур. Кроме того, существуют оздоровительные программы с меньшим количеством процедур и с более коротким курсом лечения. Хивис ежегодно посещает 1 000 000 человек, причем 80% из них – постоянные гости курорта. Тысячи и тысячи людей обрели здесь полное выздоровление. Применяемые на курорте процедуры и методы лечения, которым более 2 веков, подтверждены недавними медицинскими исследованиями. С каждым годом они набирают популярность и среди молодого поколения. Не в последнюю очередь это связано с так называемым менеджерским заболеванием, обусловленным высокими нагрузками и стрессом. Преимущество лечебных процедур Хивиса заключается в том, что они не просто приносят краткосрочное облегчение, как обычные обезболивающие препараты, но и могут предотвратить рецидив болезни в течение нескольких месяцев. Большинство врачей и другой медицинский персонал курорта говорят на русском или немецком языке, что обеспечивает высокий уровень обслуживания зарубежных клиентов. Что касается размещения, то крыша над головой в Хивисе найдется всем. Можно выбрать один из более 300 предлагаемых вариантов, от скромных апартаментов до 5-звездочных отелей. Огромное преимущество большинства отелей – наличие собственного оздоровительного центра с термальной водой из озера. Персонал отелей, как правило, владеет английским, русским и немецким языком и имеет обширные познания в вопросах, связанных со здоровьем. Это делает их общение с гостями менее формальным и более информативным. В штате большинства отелей есть собственные врачи, которые оценивают состояние здоровья пациентов и составляют индивидуальные планы лечения. Высокая квалификация персонала – далеко не единственное достоинство здешних отелей. Почти в каждом из них вы найдете комфорт и все современные удобства. В Хивисе и его окрестностях множество достопримечательностей, интересных от мала до велика. Зоопарки, впечатляющие замки, заповедники, пляжи и природные красоты. Семьи с маленькими детьми могут выбрать отель, где есть и детские бассейны, игровые площадки и другие развлечения для самых маленьких постояльцев. У гостей, предпочитающих активный отдых, есть возможность отправиться на прогулку по одному из более чем 10 маршрутов для хайкинга и скандинавской ходьбы разной протяженности и сложности. Или открыть для себя окрестности, прокатившись на велосипеде по обустроенным велосипедным дорожкам. Не менее увлекательной станет для вас прогулка по городу, похожему на шкатулку с драгоценностями. Она поможет вам не только отдохнуть, но и получить новые яркие впечатления. Желающие взглянуть на Хивис и окрестности с высоты птичьего полета могут подняться в небо на воздушном шаре. Такой полет подарит вам поистине незабываемые ощущения. Для лучшего восстановления в курсе оздоровительных процедур рекомендуется делать перерыв на 1 или 2 дня. И, к счастью, помимо спа, в Хивисе существует множество других вариантов содержательного и интересного досуга. Здесь вы не ощутите недостатка в развлечениях, культурных программах и мероприятиях. Куда бы вы ни отправились из Хивиса, вы непременно найдете для себя что-то новое и увлекательное. Например, роскошный дворец Фестатичей с великолепной библиотекой в соседнем городке Кестхей, крепость в деревне Сиглигат, многочисленные поля для гольфа или базальтовые скалы Бадачуня. Незабываемые впечатления подарит однодневная экскурсия в замок Шюмек, где вы испытываете яркие эмоции на средневековом рыцарском турнире и завершите день ужином в подлинных исторических интерьерах. Посетив фарфоровую мануфактуру Херенд, вы сможете попрактиковаться в изготовлении фарфоровых изделий в здешней мастерской. В городе Тапольца вы найдете пещеру с подземным озером и уникальным микроклиматом. Исследовать ее можно на лодке или пешком. Вы уже проголодались? Тогда у меня для вас есть прекрасная новость. Этот регион известен богатым выбором блюд и напитков.
В окрестностях Хевиза множество современных и традициональных ресторанов и таверн, готовых накормить голодного путешественника великолепной жареной свининой и предложить ужин в фольклорном стиле. Здесь есть все, чтобы сделать жизнь прекрасной во всех смыслах. Близость к озеру Балатон гарантирует неисчерпываемый выбор кулинарных и винных предложений. От виноградников Шомлоу, холмов Сент-Дёрд и Бадачони открываются потрясающие виды. Все они находятся в часе езды от курорта. Впрочем, для того, чтобы получить удовольствие от дегустации и хорошего ужина, совсем не обязательно уезжать из Хевиза. Самый большой выбор местных продуктов можно найти на фермерском рынке, полными свежими овощами и фруктами, соленьями и маринадами, сыром, медом, выпечкой, колбасами и другими деликатесами непосредственно от производителей. Как видите, Хевиз не зря считается одним из самых популярных туристических направлений в Венгрии. Уникальное лечебное озеро и спа-процедуры, дружелюбная атмосфера маленького городка, гастрономические удовольствия и достопримечательности заставляют вас влюбиться в этот регион. Я надеюсь, что вскоре у вас появится возможность лично познакомиться с этим удивительно разнообразным регионом. Уверен, что после просмотра нашего фильма у ваших клиентов возникнет желание самим увидеть потрясающий городок и озеро Хевиз. Спасибо и до новых встреч!